Следующая фигура – веер. Мы покажем вам два варианта выхода в эту фигуру. Первый вариант самый простой. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас танцоры располагаются в закрытой лицевой позиции. Фигура очень короткая, она будет состоять всего из трех шагов, но мы должны проследить, что происходит в кисти партнера и партнерши. Пожалуйста, в конце первого шага, который исполняется на счет 2 и 2, кисть соединенная опускается, и кисть партнерши поворачивается. А на счет 3, исполняем счет 3, освобождается правая рука партнера и левая рука партнерши. И на счет 4 раз оба партнера двигаются друг от друга и входят в позицию веер. Приготовились исполнить эту фигуру под счет без остановок. И 2, 3, 4, раз. Посмотрите, пожалуйста, как будет выглядеть фигура веер, если мы начнем ее в открытой лицевой позиции. Пожалуйста. И 2, 3, 4, раз. И 2, 3 и 4, раз. Введение осуществляется за счет движения формы корпуса партнера.